Жатва в Солигорском районе практически завершена. По данным на сегодняшнее утро, убрано 96% площадей зерновых. Общий намолот в хозяйствах района составил 68 596 тонн зерна. Хлеборобам осталось убрать урожай с последней тысячи гектаров. Работы на два дня, однако зерно дозрело не на всех участках, отметили в Управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. В этом году урожайность зерновых несколько ниже прошлогодней – 26 центнеров с гектара. Свои коррективы внесла погода. Компенсировать недобор зерновых поможет хороший урожай кукурузы. Ее уборка начнется через несколько недель. Сейчас аграрии района ведут сев озимых рапса и сурепицы. Это задел на уборочную будущего года.